Итак, всем привет! Хочу поделиться с вами очень уловистой наживкой. Это очень простая наживка, состоит она всего лишь из хлеба и такого ароматизатора, как настойка валерьянки. В принципе, в любой аптеке вы можете ее приобрести. Для ее приготовления нам понадобится вода. Самой наживке лучше взять воду из того водоема, где вы будете ловить. Но для примера я возьму простую обычную воду из-под крана, чтобы просто показать вам. Собственно, ничего сложного. Хлеб смачиваем, но не сильно. Потом просто выжимаем из него всю воду. Далее берем валерьянку и просто капаем на сам хлеб. В принципе, ничего сложного в этом нет. Наживка очень простая, легкая. И карасю она очень нравится. Итак, мы размяли наш хлеб. Собственно, хлеб, он же наше тесто. Вот такой вот хлеб. У нас в итоге должен получиться с ароматом валерьянки. В принципе, карась навряд ли вам откажет. В следующих видео я поделюсь с вами другими наживками. Рыбаки, которые любят ловить карася, они знают то, что рыба это берет сначала на одну наживку, потом она берет на другую. Поэтому сегодня у нас наживка валерьянка хлеб. А в следующих видео будет также простая приготовление наживка и еще более уловистая, чем вот это. То есть, придя на рыбалку, вы сможете пользоваться только двумя наживками. Если не работает это, то вы будете использовать ту, которая выйдет в следующем видео. И она также проста в приготовлении. Всем пока!